Всем привет, дорогие друзья, с вами Вил. Это такой быстренький подкастик, быстренький. Ну, я попытаюсь сделать его как можно быстро. Посмотрите на это, твою мать! Посмотрите на это. Да, дорогие друзья, прикиньте, этот человек, имя которое нельзя называть, уже второй раз делает на меня обзор. Уже еще один обзор. Офигенно! Так, что такое... Так, как я понял, это мои фанаты. Ну, ладно, неважно. Короче, он уже второй раз делает на меня обзор. Я не понимаю, ему просто нифиги делать, что ли? Что я могу сказать? Давайте быстренько так пробежимся по тем пунктам, что он новенькое сказал в обзоре. Что он новенькое сказал? Нет, давайте сначала скажу так, что обзор, в принципе, ничем не отличается, как вот эта вот превьюшка. Собственно, ничем не отличается, он так же само стоит на своем. У меня опять называют атеистом, это несмотря на то, что я уже 3 ролика подряд говорил, что я не атеист. Ладно. Но пробежимся по темам, которые он добавил в новом ролике. Я, кстати, понять не могу, при чем тут сокол. Ну, неважно. Новенькое. Что же он сказал в новом видосе? Внезапно я стал фанатом Ивангая. И Ивангаю на меня наплевать. Я не знаю, к чему он это сказал. Вы сами можете в начале... Вот, именно в начале ролика он это говорил. Но я не буду сейчас на него обзор делать. Полностью такой вот обзор. Потому что у меня на это есть 3 причины. Во-первых. Это получается какая-то непонятная цепочка. Я делаю на него обзор, он делает на меня обзор. Я делаю на его обзор, и он делает на меня обзор. И так далее. Вторая причина... Ну, я не хочу опускаться ниже него, потому что, как мы знаем, плинтус уже выше его башки. Ну и третья причина, ну, я еще даже не смотрел этот ролик, ну, как вы видите, я уже его посмотрел, но еще не начав смотреть, я прекрасно понимал, что там будет, как обычно, перекручивание фактов, исковеркивание моих слов, появление моих слов из неба, как он говорил в прошлом обзоре, что я обожаю Америку и считаю ее сверхдержавой. Хотя вы можете посмотреть в моем плейлисте трэш ютуба, я так никогда не говорил и не даже не думал. Ох, фух. Так, приступим. Новенькое, что он говорил. Внезапно я стал фанатом Ивангая, и Ивангаю на меня полностью наплевать. Ну, во-первых, Ивангай имеет там 12-11 миллионов, я уже не помню, сколько там. И, конечно же, на всех этих подписчиков ему обращать внимание, серьезно, это во-первых. Во-вторых, я как полагаю, ты экстрасекс, и ты знаешь о всех ютуберах, которые смотрю. Вообще, вообще-то я не смотрю Ивангай еще с 2014 года, когда он получил свой первый лям, ну, первый лям подписчиков. Так, дальше. Он что-то еще начал говорить, что не любит геев и связал меня с геями. Это вообще, не, конечно же, не имеет никакого общего с моим каналом. Это уже, говорят, не про ролики, а даже про целым каналом, если взять. Что-то про геев, вот вы сами можете заметить. Всем снова привет. Так, заткни. Так. Вот, один из моих фанатов тут оставил про геев. Ну, вы сами можете посмотреть, ссылочка будет в описании. Так, дальше. И самое ржачное, что вы... Ну, сразу предупреждаю, перестаньте есть свой дошик, которым вы наверняка подавитесь от смеха. Просьба подписаться на канал, поставить лайк – это самолюбство и это грех. Ой, дебил! У меня нет слов. У меня просто нет слов. Мне интересно, с какого года, с какого века просьба стала самолюбством? Самовлюбленностью, ну или как? Ну, короче, поняли. Дальше. Внезапно он что-то прилистал к видео дружко, который... Ну, не видео само, а к своему видео начал рассказывать про дружка. Мы все знаем, кто такой дружко. И он начал говорить, что дружко является спасителем Ютуба. Ну, это кому как считать, но, как многие уже думают, дружко это
типичный, ну, такой же, как адекватник, тролль, такой же самый тролль, только у него такая профессиональность. Он как бы тролль, но все рассказывает это с довольно серьезным лицом. То есть нести ахинею с серьезным лицом. Там даже я читал, кто-то комментарий об этом оставил. Вот. Также он сказал, что я не любитель своей страны и не любитель друзей. Я не люблю своих друзей. Ну, во-первых, какая страна? Ты вообще знаешь, в какой я стране живу, дорогой мой друг? А во-вторых, друзья. При чем тут друзья? Где вообще видано на моем канале, что я где-то говорил, что я не люблю своих друзей? О чем это вообще? Откуда это с потолка берется? Или вообще с неба, с небес откуда? Я не понимаю. Мне кажется так, 80% он тролль, а 20% он один из тех самых, ну, так скажем, один из миллион, ну, или 3-4 из миллиона, миллиарда, так скажем, безмозглых людей. Он меня в очередной раз называл атеистом. Ну, на этот раз он прям так прямо не сказал. Он сказал меня, назвал меня, точнее, оскорбляющим христианство. И на этот раз, прикиньте, он аргумент даже дал. И знаете, какой аргумент? Прикиньте, какой аргумент. Вот аргумент. Это вот эта превьюшка. Превьюшка к новому видео. Данное заявление хочу, чтобы прокомментировали вы, дорогие подписчики. Собственно, вот. Ну и, конечно же, изюминка. В конце он ролика сказал, что хочет поговорить со мной по скайпу. Я сначала думал, что на это сказать. Может быть, действительно стоит поговорить, но тот он меня понял. Зачем мой мозг, который так уже выбесен этими роликами, тратить время на какого-то психопата, который забыл записаться в субботу к психотерапевту своему? Еще он говорил, что хочет со мной войну развязать, и что хочет пойти против меня войну. Чувак, ты мне вообще никто, я вообще на тебя внимания даже, когда ты еще не выпускал этот ролик, я вообще про тебя забыл, если честно. Нафиг мне твоя война какая-то. И тем более ее развязал не я, а ты. Ты, когда сделала обзор на Бэткомедиана, тогда его просто обосрал ни за что. Если его ватноголовая башка додумается третий подкаст про меня сделать, ну, я, наверное, и ролик про него никакого не буду делать, потому что мне уже достало о нем говорить. Я такую небольшую ответочку сделал, ну, сами понимаете. Вот, это такой вот быстренький подкастик, быстренький. Ну, он, правда, уже на 8 минут. Ну, неважно. Все, что я хотел пересказать, я уже сказал. Что ж, ссылочка на его видео будет в описании. Идите и еще раз прослушайте всю несусветную дичь. С вами был Билл. До новых встреч.